На каждой физматике есть традиция. Это петь песни у костра. У нас, к сожалению, нет костра, но мы, вожатые, хотим подарить вам эту песню. Назад мы начинали со стихов, запинались боязливо снова и снова. Мы сделали вывод, и вывод наш таков. Примите повзрослевшее ответное слово. Любили мы северные ветры в глаза, актировку на крыльях носили они. А сейчас что? Воспоминаний слеза, превратившись в лед, отражает огни. В компании нашей будут всегда помнить, кто свет в черепа лил умело, не щадя жизни, красок и даже себя. Именно вы бились, чтоб посветлело. И запела душа, песен грустно влечет, но она сердце кислотой будто кап. А это, что вы, слеза не течет. Жаль, расставание уж скоро цапнет. Неужели так скоро оставим вас всех? Неужели вот-вот навсегда упахнем? Не услышим веселый сентябрьский смех и в поход в лицейский уже не пойдем?
Не грустим, господа, у меня есть идея. Просто попросим месье правоведов, а точнее Бориса и Алексея, написать векторам о походе поведов. Написать? Мол, имеем мы право хоть раз в год выбираться на воздух, которого в мегаполисах мало. Правда, Людмила Александровна, воздух? Осталось заверить наше письмо Михайловна Ольчик. Попросим смело подписи. Даст нам добро на наше общее правое дело. Да, это серьезнее, чем подпись министра. Две классных мамы все проблемы решают. 5 лет пролетели так быстро, но на память нам каждая подпись поставит. Подпись Ольги Григорьевны детства я не лишен. Подпись Ольги Михайловны отрок воспитан. О, смотрите, что я нашел. Подпись повара в меру упитан. Но без проверки письмо разлетится, как щепки. О грамматике правила вовсе не ново. Татьяна Ивановна, просим, оставьте пометки. Уберите, если не трудно, лишнее слово. Снабдим сей доклад точной схемой, включив объемные и плоские фигуры. И Вера Игоревна за выученные теоремы гордиться нами обязательно будет. Воспользуемся способом степенным, чтобы письмо до ректора доставить, Олег Вячеславович нам непременно почтового голубя предложит. Но голубю мышцы нужны для полета, и места для жира уже не осталось. Спасибо физрукам сказать охота. Не знаем мы боли, не знаем усталость. Допустим, птицу мы слегка подкачали, добавить следует немного ума. К Валерию Михайловичу пусть причалит, рассчитает траекторию полета письма. Чтоб голубь в иностранные края летал и понимал слова с любым акцентом, и точно знал, что ветер зарубежный нашептал, есть у магистров иностранных языков свои рецепты. И голубь с посланием рвется уж путь, про нас пусть именитые ректора читают, а нам остается с грустью вздохнуть. К экзаменам нужно силы оставить. Сдать экзамены помогут точно нам. Советы, что на химии звучали часто. Оксана Романовна, зато спасибо вам, что знание химии нас не смешает с общей массой. Елена Валерьевна, поддержкой заручимся. Семиэтажной дробью ректору про поход ответим. Светлана Леонидовна, комп взломать умудриться и написать. Все в поход, вы свободны, как реки. В итоге мы в поход пойдем. Михаил Юрьевич, повторяем каждый год. Из тростника, что окружает водоем. Получим первое, второе с третьим и компот. Ах, это счастье, истинное счастье. Лежать на поле без волнений и забот. И нас не тронет гром, не тронет и Настя. На фоне заходящих красок закончим мы поход. Но знаете, на самом деле грустно уходить. Уйдем закатным солнечным лучом, оставив вам любовь, знакомый северный ветер. Будет все так же быть, но когда солнце взойдет, мы вас увидим вновь. И пусть таких, как мы, полным-полно. Выпуск за выпуском каждый год по кругу. Но вы одни на мир весь. Посоветуем одно. Что бы ни случилось, берегите друг друга. Называлась лицей. Для всех нас вместе, каждого по отдельности, за 5 лет лицей стал чем-то большим, чем учебное заведение. Сегодня на сцене промелькнула вся наша лицейская история. В лицах, событиях, взлетах и падениях. Мы закончили свой последний номер. Позади последний день, и на пороге новой жизни с нами остается недоумение, почему лицейские годы пробежали так быстро. Грусть, ведь совсем не хочется уходить. И благодарность. Благодарность всем тем, кто прошел 5 лет с нами. Всем нашим учителям, тем, кто переживал за нас, старался оставить в наших головах разумное, доброе, вечное. Спасибо, дорогие наши учителя. У вас получилось. Во многом благодаря вам мы стоим сейчас на сцене и не можем сдержать эмоций. Спасибо педагогам-организаторам. Все эти годы вы пытались оживить нас, вдохновить, воодушевить, сделать наши номера чуточку лучше. И пусть у нас не всегда получалось идеально воплотить все идеи, мы старались. Спасибо всем тем педагогам, которые пусть и не учили нас, но всегда были готовы прийти на помощь. Спасибо
Анастасии Ивановны. Большое спасибо за то, что вы всегда были готовы защитить нас и спасти от любой болезни, царапин, там, ссадин. Ну, от некоторых уроков тоже. Всегда были готовы поддержать хорошие душевные разговоры или веселые шутки там встречались. Отдельное спасибо поварам, вахтерам, охранникам. Именно благодаря вам мы были порой будто в сменку, всегда накормлены и защищены. Также спасибо бухгалтерам. Быть может, мы порой не замечали вашей работы, но ведь без вас лицей не стоял бы там, где он стоит. Да, 5 лет. Очень многое прошло за эти 5 лет. Порой нас называли самым шумным классом, но мы все же надеемся, что останемся в вашей памяти благодаря всему хорошему, что мы сделали для лицея. Лицей навсегда останется в наших сердцах, а наши сердца навсегда останутся в лицее.